16 ноября около администрации прошел совместный инструктаж полиции, сотрудников добровольной народной дружины и казачества. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка майор Андрей Плетнев проверил готовность сотрудников к службе, обеспеченность их форменным обмундированием, наличие у них документов, нагрудных знаков. На инструктаже полиции присутствовал и глава города Андрей Шубин. Единственное пожелание и просьба обратить внимание на лесопарковую зону 2-го микрорайона, где у нас находится тропа здоровья. Там наши граждане и гости нашего города транспортные средства доезжают на набережную, ну и, соответственно, кто рыбачит, кто развлекается. Поэтому к вам и сотрудникам по маршрутам патрулирования просто попрошу обратить на это внимание и принять меры реагирования по данным вопросам. Начальник УМВД по городу Десногорску рассказал нам, с какой целью проводится этот инструктаж. Мы это делаем для того, чтобы наши граждане больше обращали внимание на правонарушения, которые проходят в городе, то есть административные правонарушения. Ну и по возможности, если видят какие-то совершаются преступления, сразу нам сообщали, чтобы мы незамедлительно это реагировали. Такое взаимодействие всех сил города дает уверенность, что десногорцы могут быть спокойны.